Ребята, всем привет! Сегодня хочу поговорить о вот таком вентиляторе Delta QFR 1212 GHE 2,7 ампера, 12 ватт. Как мы видим, два вентилятора с виду абсолютно идентичны по этикетке. Точно такая же XVH, здесь XVH. Как отличить подделку? Давайте посмотрим повнимательнее. На оригинальных вентиляторах Delta использует вот такой вид сердечника, как мы видим сзади. Дополнительным отличием является направление воздуха, которое обозначено на торце вентилятора. Как выглядит подделка довольно хорошего уровня, качества. Почти идентично, но не хватает вот этих двух деталей. Давайте взвесим. Первым давайте взвесим неоригинальный вентилятор. Вот так он выглядит сзади. Включаем весы. Взвешиваем. 220 грамм. Окей, давайте взвесим оригинальный вентилятор. Вентилятор. 300 грамм. Окей, давайте проверим их в деле. Итак, вентиляторы установлены. Здесь у нас установлен оригинальный вентилятор Delta. Здесь у нас установлена копия. Давайте проверим сначала копию. Данный регулятор без выключения, он имеет только самые низкие настройки оборотов. Сейчас подключен неоригинальный вентилятор Delta, и мы видим, что на минимальных оборотах вентилятор не включается. Чуть-чуть подается энергия. В простое у нас было 25,5 Вт. Проверять будем вентиляторы на полных оборотах. Для замеров у меня вот такой прибор. Измеряет силу потока ветра. Тринадцать и пять, тринадцать и шесть метров в секунду. Потребление 51,5. Сейчас у нас подключен оригинальный вентилятор Delta, и даже на минимальных оборотах он продолжает крутить крючатку. Давайте прибавим мощности.